представляем вашему вниманию уникальный аппаратно-программный комплекс Web Wellness. Данная технология содержит в себе несколько десятков ноу-хау и является единственной в мире облачной системой полного цикла тестирования и профилактики. Система продления жизни людей. Программа совместно с аппаратом Life Expert открывает поистине безграничные возможности по тестированию функционального состояния органов и систем организма, а также автоматическому подбору частот для профилактических комплексов приборов серии Life Balance. Давайте вместе рассмотрим все возможности и преимущества данной программы. Программа работает на операционных системах семейства Windows, а также macOS. После запуска программы необходимо пройти авторизацию. Благодаря облачным технологиям вы получаете массу преимуществ. Вся информация сохраняется в облаке, а это значит, что информация не пропадет, даже если у вас сгорит компьютер. Вы сможете иметь доступ к своей информации в программе в любой точке мира с любого компьютера, на который установили программу. Программа постоянно, автоматически и бесплатно обновляется, поэтому вы всегда будете обладать самой свежей версией программного обеспечения. К слову, программа очень активно развивается, за год выходит около 100 обновлений. В программе встроен алгоритм самосовершенствования. Чем больше людей проходит тестирование, тем более точно выдает результаты нейронная сеть. Интерфейс программы удобен и понятен, и разработан так, что хорошо смотрится на экране любого разрешения монитора. Слева находится основное меню, которое можно свернуть для увеличения области рабочего пространства программы. Сверху находится поле поиска имен тестируемых вами людей. С возможностью быстрого выбора. Правее находится переключение режимов с простого «Эксперт» в «Профессиональный» «Эксперт-профи». Цифра на иконке колокольчика демонстрирует количество новостей с момента вашей последней авторизации. Выпадающий список языков позволяет выбрать нужный вам язык и приступить к работе. В разделе «Новости» вы всегда можете ознакомиться с тем, что появилось в программе за последнее время и какие обновления произошли. В разделе «Регистратура» отображается список всех, кто проходил тестирование. Внизу, при выборе тестируемого, открывается список сеансов. Тут есть вся информация, можно отправить полный отчет на введенный вами email или открыть его тут в программе. Добавление нового тестируемого очень простое. Вы вводите все данные и при желании делаете пометки для себя. Если тестируемый уже есть в базе программы, либо проходил тестирование у другого оператора программы, то программа предупредит вас об этом и предложит загрузить его данные. Это можно сделать, введя полученный пациентом код. Благодаря нейронной сети, чем больше человек проходил тестирование на данной программе, тем точнее будут его результаты. В программе предусмотрена расширенная анкета по состоянию здоровья, которую может предварительно заполнить дома сам пациент, либо заполнить или отредактировать вместе с оператором перед тестированием. Данная анкета помогает получить предварительную информацию о состоянии здоровья тестируемого и выстроить правильную логическую цепочку проверки по назодам методом вегеторезонансного тестирования. На пункте меню «Экспресс-тест» отображается готовность прибора серии Life Expert к работе. Подключаем электроды и запускаем съем показателей. Тестирование проходит на основе замера электрокожного сопротивления биологически активных точек по 6 отведениям. После окончания сеанса данные появляются в таблице сеансов, где можно послать полученные измерения на обработку, а также составить и записать уникальный комплекс для прибора Life Balance. Система анализирует текущие показатели, а также показатели предыдущих замеров, делает выборку с базы на сервере по вероятностным заболеваниям и составляет индивидуальный частотный комплекс. В разделе «Подбор препаратов» выпадающий список позволит вам выбрать и использовать при тестировании электронную версию продукта. Также можно использовать контейнер. Если вы выбрали использовать электронную версию, то в выпадающем списке ниже необходимо выбрать название компании-производителя, продукты, которые отобразятся в списке. Отображаемые компании настраиваются в пункте меню «Настройки», раздел «Подключаемые препараты».
Тут же можно заказать добавление производителем электронных препаратов в селектор, заполнив соответствующую заявку. Принцип тестирования препаратов по электронной копии основан на проведении измерений с включением в измерительный контур исследуемой частоты. Частота генерируется прибором с электронной копией препарата, вшитого в память прибора, либо с резонатора контейнера. Получая результат, вы можете увидеть вероятностное воздействие на организм данного препарата. Благодаря разделу «Подбор продуктов» по результатам тестирования вы можете автоматически распределить на группы более 400 продуктов питания, положительно влияющих продуктов. Нейтральные продукты, которые не оказывают влияния на организм. И те, которые влияют отрицательно. Далее вы можете провести измерение для определения индекса массы тела. Данное измерение используется в расчетах для коррекции пищевого поведения, регуляции нормальной работы пищеварительного тракта и всего организма в целом. Экспресс-тест восприимчивости биорезонансному воздействию покажет, насколько ваш организм воспринимает данное воздействие и насколько будет результативным профилактика и лечение данным методом. Мультитест позволяет провести одновременно все экспресс-тесты и по результату тестирования получить большой комплексный отчет. По результатам мультитеста вы получаете возможность создать автокомплексы, направленные на укрепление иммунитета, а также против аллергии. В разделе «Электропунктура» расположены два вида тестирования. Первый вид – это вегеторезонансное тестирование. Тут находится селекторная база, состоящая из нескольких десятков тысяч тестовых резонансных частот, назодов, которая позволяет выявить вероятностные паразитарные и инфекционные заболевания, этиологический фактор и его роль в патогенезе каждого конкретного заболевания, подобрать индивидуальную схему терапии и проводить мониторинг процесса лечения. Тут же можно создавать группы препаратов, создать программы для прибора серии Life Balance, а также программу для записи на репринтер и многое другое. Второй вид тестирования в данном разделе – это электропунктурное тестирование по методу Фолля. Три вида индикаторов – вспомогательные окна, система сравнения и многое другое придутся по вкусу всем специалистам, работающим данным методом тестирования. В пункте «Симптомокомплекс» запускается процесс анкетирования. В зависимости от предыдущих ответов, система будет задавать вопросы, ответы на которые позволят нейронной сети составить уникальный, индивидуальный комплекс, содержащий частоты, относительно всех возможных причин текущего состояния организма. Раздел БРТ содержит программы для пассивной биорезонансной терапии. Слева находится список с меридианами. Двойным кликом можно добавить их в таблицу исполнения программы. Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск». Для автоматического подбора необходимо выбрать сеанс тестирования в выпадающем списке и нажать кнопку «Автоматический подбор». Система автоматически выберет меридианы по показателям, которые выходят за пределы коридора нормы. Раздел «Программатор» служит для ручного составления комплексов и программирования приборов серии Life Balance. Тут находится несколько тысяч готовых программ. Терапевтические программы. Антипаразитарные программы. Составленные производителем готовые комплексы. Ветеринарные программы. Программы, составленные врачами. А также личные сохраненные комплексы, которые можно составить вручную. В пункте «Меню комплексы» расположена таблица всех сеансов тестирования. Каждый сеанс можно обработать, составить по нему индивидуальный комплекс и записать в прибор. Блок «Меню анализ» помогает в понятной наглядной форме получить результаты тестирования. Общее состояние систем отображает наглядную диаграмму по каждой системе с разными цветами. Также тут вы будете видеть коридоры норм и числовые показатели. Пункт «Меню диаграмма» отображает состояние 47 органов и систем с числовыми показателями и феноменом снижения. Раздел «Динамика» поможет вам просмотреть динамику процессов, анализируя сразу несколько замеров. При этом вы можете видеть на круговой диаграмме преобладающие параметры, а также включить режим прогнозирования и посмотреть на основе математического моделирования, какое состояние ожидает тестируемого через определенный период.
График отображает все выбранные сеансы, а также коридор нормы для каждой из систем. В окне проекции отображаются зоны, проекция на области кожи, в которых при заболевании внутренних органов часто появляются внешние признаки, отраженные боли и повышенная чувствительность. Видя внешние проявления на тестируемом, вы можете получить дополнительные подтверждения вероятностного диагноза. Выпадающий список посредине экрана позволяет переключаться с реалистичного изображения на схематичное. Это может потребоваться тогда, когда изображение голого тела неприемлемо по религиозным либо по этическим мотивам. В пункте меню «Позвоночник» отображается диаграмма позвоночника, проецирующая состояние органов на позвонки. Каждый позвонок будет отображаться соответствующим цветом. Кликая по позвонкам либо по их обозначениям, справа вы можете увидеть связанные с ним органы и возможные проблемы при смещении диска. Ранжирование помогает определить источник воспалительного или хронического процесса. При выборе сеанса органы и системы располагаются по уменьшению отклонения от нормы. Другими словами, сортировка происходит от наиболее выраженной хронической усталости и воспалительного процесса к норме сверху вниз. Напротив каждого органа или системы отображается на цветном фоне показатель уровня, на сером – феномен снижения и, в процентах, уровень отклонения от коридора нормы. Система разбаланса отображает разбалансировку в системах по отдельным органам, отклонение от коридора нормы и в какую сторону. Энергосистема позволяет найти связь между эмоционально-характерологическим типом личности тестируемого, используя древнюю систему знаний об энергетических центрах, чакрах. В данном разделе вы можете видеть интерпретацию заключения в виде и форме чакр. Раскрытая чакра изображается максимальным размером, закрытая – минимальным. Стрелка вниз означает получение, кумуляцию энергии, стрелка вверх – излучение, потерю энергии. Аурограмма – это интерпретация отчета по 47 органам и системам в виде круговой диаграммы. Нажав на цифры на данном отображении либо в столбце, вы можете визуализировать связанный с ними орган или систему справа. При нажатии на показатель в столбце в окне отображаются органы и появляются причины, которые могут быть вызваны данным изменением. Далее мы можем просмотреть вероятностные отягощения токсинами различных паразитов и органы-мишени, органы, которые могут быть поражены. Также вы можете посмотреть предполагаемые изменения в органах и системах. В пункте меню «Биологический возраст» вы видите соответствующие показатели, а также тенденцию на ближайшие 20 лет и причины старения. Раздел «Витамины» отражает вероятность усвоения организмом данных витаминов в виде круговых диаграмм. Заполнение на 100% говорит о том, что данный витамин хорошо усваивается. Частичное заполнение говорит о плохом усвоении. Раздел «Микро-макроэлементы» отражает вероятностное содержание элемента в организме в момент замера. Стрелка слева показывает, что уровень содержания элемента в организме ниже нормы. Стрелка справа – переизбыток. Цифра указывает уровень отклонения от нормы в процентах. Ниже в меню вы можете видеть список веществ вероятной токсической нагрузки, включая тяжелые металлы. Также в этом разделе программы выдаются недостатки аминокислот, которые впоследствии могут привести к проблемам в состоянии здоровья тестируемого. По результатам подбора препаратов можно сформировать отчет в виде диаграммы по среднему показателю влияния на организм. Отдельно можно просмотреть отчет по результату подбора продуктов. Отчет аминокислоты указывает на недостаточное всасывание, поступление и распределение аминокислот в органах и системах организма. Все данные распределены на три группы – заменимые аминокислоты, частично незаменимые аминокислоты, незаменимые аминокислоты. Психосоматика показывает оценку состояния психосоматических нарушений, где за основу взяты частоты препаратов «Флаверплекс». Измененная реактивность отображает склонности организма к аллергозам, а также может указывать на продукты, которые в организме могут накапливаться в виде эндотоксинов при излишнем поступлении с продуктами питания, при поступлении с вдыхаемым воздухом и другими способами. Также в программе можно получить отчет по зодиакальной диете и спортивному питанию.
На основании экспресс-тестирования индекса массы тела, учитывая рост и вес, методом математического моделирования подбираются частоты, необходимые для коррекции состояния вашего организма. Эти частоты уже заложены в готовые комплексы, которые есть в программаторе. Поэтому индивидуальный комплекс составляется из серии программ, имеющих необходимый набор частот для коррекции состояния всех органов. Отчет восприимчивости БРТ показывает напротив каждого органа и системы цифру, которая показывает восприимчивость к воздействию БРТ. В отчете «Водный баланс» вы можете видеть рекомендации по приему воды за сутки, процент воды в организме и это же значение в литрах. Также в отчете показано количество воды в каждом органе в процентах. Программа WebWellness порекомендует дату следующего теста с возможностью напоминания с помощью email или сообщения в ваш мессенджер. В отчете «Симптомокомплекс» вы сможете видеть предполагаемые заключения по тем частям органов, где по результатам вашего тестирования имеются проблемы. Также тут система может составить уникальный индивидуальный комплекс, содержащий частоты относительно всех возможных причин текущего состояния организма. В меню «Сформировать отчет» вы можете сформировать нужный вам отчет, выбрав галочками нужный вид. Отчет можно распечатать на принтере, отправить на заданный email или сохранить в файл PDF. Можно добавить отдельным листом свое заключение, а также использовать режим сравнения. Прямо в программе есть руководство пользователя на разных языках, который описывает все разделы программы, основные принципы и другую информацию о программе. Раздел «Справочник» содержит справку о всех вероятностных диагнозах, паразитарных инфекциях и многом другом. Все, что вы можете встретить в отчетах программы, описано в данном разделе с удобным поиском. Отзывы о технологиях WebWellness содержит большую базу отзывов пользователей оборудования по всему миру. В настройках вы можете настроить отображаемые фирмы подключаемых препаратов для тестирования в разделе «Подбор препаратов», а также работать с балансом. Абонплата профессиональной версии программы составляет 50 евро в месяц, при этом на прибор предоставляется гарантия на все время эксплуатации, то есть пожизненная гарантия. Также, работая с прибором, вы будете всю жизнь бесплатно получать новые версии программы с новыми функциями и справочной информацией, иметь доступ к техподдержке. Это лишь малая часть возможностей программы. Воспользуйтесь самыми передовыми технологиями в области функционального тестирования организма. Закажите аппаратно-программный комплекс LifeExpert прямо сейчас.